Пей. Как все, пей тоже. Неге ішпеске? Әдемі су. Лимонад сияқты. Мохито. Неге ішпеске? Ішем. Сен кімсің, а? Кімсің сен? Менің не ішіп, не жейтінін шешетін. Исалан. Сен одан да шиновнигмен бирге үйіңе кайт. Я. Ты сам щенок, урод. Я сожгу тебя. Қорқып кеттім ғой. Ана шиновнигің мені өртейм деді. Ал, шешеңші. Шешең мені алдында суға батыратын шығар. Ал, әкеңші, әкең. Әкең істейді, әкең. Сен де баланың артынан үйіңе қайтуыңа болады. Саған не? Особый билет керек па? Бар үйіңе, бар. Болды. Мына мұсырымды кім алып кетеді? Мұсырды кім алып кетеді дей? Ты что делаешь, шинок? Ой, я чиненным. Тоқта! Қанатым. Ау. Су. Су берші. Енді сен қана емессің, бүркітсің. Ол жандан айырылып қалма.
көріп алам. Ағасы біз полиция емес біз. У нас немного другая задача. Енді сен емене еріп келіп жүрсіңдер ме? Кімсіңдер өзі сендер? Суға да солай. Бұл жердің суы күшуге деген мейт. Тасты қылай. Қазір, тоқтаңдар, мен сендерге қазір бір нәрсе көрсетем. Қазір. Қазір мен көрсетейін біз қандай су ішіп отырғанымызды. Мә, міне, көрдің бе? Лайса говорит. Вы не против, если это оставлю у себя? Өзірі керек болса алып қал. Кана. Нам нужен только акт на поставку. Больше здесь ловить нечего. А с водой пусть прокуратура разбирается. Терпели столько лет. Потерпеть еще деньги то конкретно. Это у нас в крови. Надо смириться с этим. Ата, рахмет. Жақсы, ата. Кана, ты серьезно? Че серьезно? Ты опять за свое? Бутылка зачем? Это ты мне скажи. Ты же у нас следователь. Була, у нас дело хищение по очистке оборудования, так? Ну так. Все тогда. Я лишь подыграю. Әйтеу бір дегені бүлдіріп жүрмеш. Вот тут же вчера же сюда положил, я? А куда ема, я? Ай, Айгуля, сколько раз я тебя просил навести тут порядок с документами? Ша еще бояга на басқа түкмелмейсің? Я сам. Что делаете? Алло, скорая? Можно вас на акимат? Спасибо. Сейчас потерпи. На. Пей воду, которую качаешь сам. Все, успокойся. Ты у народа чистую воду крадешь. Беке, этот твой птенец совсем небеса попутал. Довел человека до инфаркта. Ты куда смотрел? Да все нормально же. Таукелов жив-здоров, дело движется. Этот сердечник акты подписывал. Его по-любому надо было встряхнуть. Мне этого адвоката тоже встряхнуть? Послушай, художник, последнее предупреждение. Если ты не можешь работать в рамках дозволенного, будешь работать в кабинете. Тарлан Канатович, Бимбеке надо поработать.
Подожди, Була, не перебивай. Отныне теперь будешь все свое художество подавать на бумаге. Вот оперативка. Пробейте все, что и как, и вместе с водой через месяц завершите. Может, другим отдадите? Тут же все ясно и просто. Да? Если все просто, зачем им давать галочку? Почему к аппарату подключили так поздно? ИВЛ аппаратов на всех не хватает. Мы подключаем лишь тяжелых. Когда сатурация стала критичной, мы хотели подключить ее. Но она отказалась в пользу рядом лежащей женщины. И даже подписала бумагу. Какую бумагу? В смысле? Даже подписала? Это ее решение. Була, пойдем отсюда. Мы ей мешаем работать. Работайте. Работайте. Спасибо. Кана. Опять в облаках витаешь. Кана! Нормально все. Поработаем. Поработаем. У нас, как обычно, глаза закрыты. Мы не видим общую картину. Мы как эти беркуты, которые ловят муравьев. Кана. Давай без метафор и философии. Давай просто работать, а? Ой, блин, как будто я играю. Нет, ты что делаешь? Ты нахер сюда подъехал? Туда хотя бы встань. Уж так не делай. О, салам, бродяги. Как дела? Бродяги? А чё не бомжи? Это комплимент, Кана. Бродяги под авторитет не ложатся. Типа независимые. Ты романтизируешь, Була? Ты следак антикора, а не авторитет из 90-х. Конкретно я не хочу обслуживать закон. Я лишь хочу, чтобы все работало на результат. Ты веди и указывай. А работу в поле буду делать я. Это служба, а не охота. Если ты не можешь по правилам, может, это не твое? А? Может быть. Все может быть было. Что ты задумал, Ирла? Алмаз, дело в Янбеке надо закрывать. Это большая проблема. Кушай, Сергяк. Кушай.
О, салем. Как дела? Ел, да? Нам бокал один еще принеси. Ну и там. Че, может, партейку? Рассказывай давай, что с делами у нас? Дела, дела. Алмаз, я ваши вот эти дела в Енбеке уже прикрывать не смогу. Вам что, пастбищ мало, а? Субсидий. Вы что на местные тендера лезете? Не понял? Ты это сейчас о чем? О том, что дело под водой честным уже в антикоре. Местный аким спалился. Алло? Ирике? Салам алейкум, брат. Че, как дела у вас там? Да? А я слышал, хреново у вас. Говорят, антикор вам собирается. Да? Давайте, давайте, ага. Ну и что ты уставился на меня? Это твоя проблема, не моя. Давай, зарой все зародыш. Как вы мне все надоели. А может, мне вас всех похоронить, а? Слушай, Кана, я не привык так работать. А как ты работаешь? Скажи мне, как? Самое главное — самоконтроль и дисциплина. Если нет результата, этого мало. Останови машину. Зачем? Останови машину. Знаю. Ты стараешься. Что-то хочешь доказать. Но для кого? Для чего? Для себя. Это моя работа. Знаешь, Була, я всю жизнь бегу. Это дело с водой, это таким его схема. Такое ощущение, что мое прошлое догоняет меня. Главное, чтобы не обогнало. В общем, я контакт в антикоре наладил. Понимание ситуации есть. Будет работать. Счастливо. Сколько же здесь лохов. Интересно. Так, это так себе. Это не пойдет. Здравствуйте. Салам алейкум. Канат Султанович, здравствуйте. Что нового? Кстати, вот это интересно. Где? А, да. Появился некий сотрудник антикора. Вчера был в прокуратуре. И, возможно, именно он построил УДПшников. Внешность с описаниями все сходится. Да, еще поступил сигнал. Антикорщик взял у заявителя 20 тысяч долларов и пообещал должность в Акимате. Представляешь? Конспиратор хренов. А что он конкретно в прокуратуре делал? Видеосъемка камеры, да? Деталей пока нет, но наши сотрудники ищут. И как появится вся главная информация, я вам лично, Канат Султанович, все отправлю. Да, мы лично вам отправим все, Канат Султанович. Thank you.
О, я знал. В антикоре подвижек пока нет. Дело у парочки одной зависло. С ними наш контакт будет решать. Похоже, придется раскошелиться по-крупному. Ты кормишь. Мало поднял баба. Ты совсем берега попутал. Решает архитектор. Шеф, не надо кричать. Я все решу. Связки поберегите свои. Алло. Салам, брат, қалайсын? Қысқасы, бізден бір сотрудник барып, сендерге антикордан. Сон бір дело сұрапты, да? Сон барлығын біліп берші. Не дело сұрағаның болмаса, видеокамера охранадан. Я? А души? Шотал мені? Ага. Ага, хорошо. Давай. Что там, брат, не умно? Эй, свечный провод, Тарша, какой-то верит, ё-моё, закалима. Ой, ё-моё, много. На. Точно. Ладно, шим. И мы нас еще и гумыть, ты взял тру. Не жуните, зерла, щек писем, брат, вечно. На, дядя, калай. Да, главврач, как калай, говорит, но есть к пэдок, но я... Что же, мне же понравится, брат. Еще ничего, что он говорит. Ну? Не, брат, скасы. Сестру постын жатыр еді. Сон бір тұрстау палата ауыстыру керек еді. Сон главврачқа прямой көремін. Главврач емес, ол бірақ. Заведующий бар, короче, Айғаным деген. Айғаным төлеген. Ол бәрін шешіп береді. Айғаным? Айғаным төлеген. Ол циблок жақты. Мазақ алып береді, олай. Рахмет. Антушы, брат, конечно. Выезжай, выезжай. Була, мы же давно друг друга знаем. Ты думаешь, Кана поймет? Ты о чем? Знаешь, сейчас агашки столкнулись друг с другом и топят один другого. А я под замес попал. Мне напомнили о моих косяках. Твои косяки не мои проблемы. И точно не Каната. Я в безвыходном положении. Если будут топить, я вас всех утоплю. И тебя в том числе. Чего ты хочешь от меня, Ерла? И при чем тут Канат вообще? Мне нужно знать, что вы нарыли по Инбеку. Инбеке дело мутное. Сам знаешь. Я не прогнусь. Гнуть тебя будут другие люди, посерьезнее меня. А я так, предупреждаю. Байха, предупреждал, как сын подписан. Все. Дочке привет. Ладно. Скажите, сколько осталось-то? Уладана, мы сделали все, что могли. Теперь решение лишь за вами. Если у вас получится, и вы найдете необходимую сумму, мы готовы помочь вам с транспортировкой вашей дочери в Германию. Другого варианта просто нет.
тупой баран, сколько раз говорил, не подъезжай же к парадному входу, дебил. О, дебил, а. Я, Алмаз, ты что, может, сразу к шефу зайдем? А? Не Алмаз, Алмаз З. З. Иди в жопу. Дебил, вечно же говорил же тебе, не подъезжай. Сто раз я говорил, не подъезжай. Что ты творишь? Нормально, что ты не очкуешь. Я не подписывала. Моя вина лишь в том, что я ничего не сказала про кровать. А почему вы ничего не сказали про кровать? Как почему? Ведь главврач вам ничего не рассказал? Он мне про кровать ничего не говорил. А вы сейчас позвоните ему и скажите, почему он не рассказал мне про кровать. Или можем сделать так. Давайте поможем друг другу. Я промолчу про кровать. Но взамен вы мне скажете что-нибудь про аппараты ИВЛ. Хорошо. Тогда пойдемте в мой кабинет. 4-й этаж. Ирла, завязывай. Расслабься уже. Ты же знаешь, что я все знаю. К тому же мы с тобой ни хрена не кенты. В бане вместе не парились. Шашлыки и тёлок не жарили. Может, твой шеф и держит меня за яйца, но не ты. Таких, как ты, заводят первыми и кончают. Так, что потом не проснешься. Оценил твою дерзость, брат. Только таких, как я, используют. А таких, как ты, подставляют. Так что хары мне тут зубы скалить. Подставляют, значит. Интересно. Четко. Короче, зарой это дело с водой. Или сделай так, чтобы на подрядчиках все остановилось. Следакам этим денег дай, если понадобится. Только если будешь давать, зафиксируй, чтобы слива хорошая была. Прикрывашка. Ты же здесь из-за такой же прикрывашки, походу, да? Ты зря ржешь так, брата. Кана, ты его не знаешь. Он первый побежит прикрывать своего Булата. Но для этого у нас же есть ты, верно? Давай. ЭВЛ закупали у своей же компании по завышенной цене. Я говорю, в больнице, когда некоторые на кустарных кроватях заработали крохи, а другие мучили такие темы с ЭВЛ, там миллион. Тупые же они, а. Хотя включили фантазию, что ли. Муж заведующий смастерил у себя на дворе железные кровати. Потом продавал их, как импортные. Не хочу даже спрашивать, как ты узнал такие детали? Була. Бер законного була. Ишь, ханер каспах полночку. О-хо-хо-хо! Кто пришел? Наш главный герой! Салам алейкум, Ирке! Привет, привет, дорогой. Заходите, познакомьтесь. Это Жанночка, это Гулечка, а это наш многоуважаемый Ермек. Да ладно, Ирке, что ты? Кэрингсон, давайте. Так, давайте туда. Сядьте. Оп-оп-оп-оп.
Проходите. А, давайте сейчас вы лучше идите попарьтесь, а хорошо. Я подойду. Без меня не начинать? Хорошо. Так, ну сейчас... Фу-фу-фу-фу-фу, подожди. Сейчас, потом, сейчас, зачем? Тут нормально. О, как раз принесли нам вкусняшку. Вот сюда сразу, пожалуйста. О, Рахмет. Давайте, угощайтесь. Слушайте, так, сестренка, там свет выключи, а то в глаза бьет. Давайте, угощайтесь. Вот. Казахша, живи решил. Пивасик. Хорошо. Все у нас будет классно. Это... Есть тема насчет КРС. Только так много в рот взяли. Кушайте, кушайте. Прожуйте, потом говорите, да. Ирике, давайте вы по Инбеку все порешайте нормально. По-тихому. Правильно там, да? Чтобы тихо, спокойно, да? А потом уже поговорим. КРС, МРС. Что? Ну, давайте. Чтоб все было хорошо у нас. О, сейчас. Пока пейте, да. Я сейчас подойду. Приятного аппетита. Во-первых, я не возьму ваши деньги. Ни сейчас, ни здесь, и не так. Оформим как заем у нотариуса, и брать будет другой человек. И вы застрахованы, и я не оборотень. Я решаю ваш вопрос с лицензией, и вы работаете дальше. Так зачем все эти движения с нотариусом? Вот же! Слышь, пакет убери обратно под стол. Сотрудник антикора с пакетом бабла. Это, по-твоему, нормально? Короче, время и место я сообщу. Ну что, родственники, что ли? Не. Капец, похоже. Ладно. Бывайте, господа. Хорошо, понятно. Успокойся. Дай помогу. Була. Ты неправильно делаешь. Кана, ты опер, а не следак. И мы с тобой не напарники. Твоя работа там, а моя здесь. Була, у тебя все нормально? Кана. Хватит выкрикивать, а? Служба, не дружба. Все сказал? На. Слушай, я сегодня не в духе. Старые дела должен уладить. Может, прикроешь меня? Шутишь, что ли? Моя работа там. Я же опер, сам сказал. Но ты же помочь хотел. Я не это имел в виду. Алсу? Ладно, сам разберусь. А ты вон, рисуй. Рисуй, рисуй. У тебя это хорошо получается. А, ма, надо кучу. Слушай, сделай потише, это как выключается? Выключи иначе. Ты такой нервный. Где Була? Че, думаешь, не просто так опаздывает? Да хер знает. Оба. Хорошо. Это то, что я думаю. Так точно. Я тороплюсь на аппаратку. Что я должен знать? По Инбеку стоим пока.
появил два эпизода. Причем свидетель по большому эпизоду, сговор по маленькому. Скачуху за признание будем делать? Это пусть суд решает. А в целом молодцы. Быстро справились. Да, по воде время есть. Ну, не тупите там. Хорошо? Есть. Я сам добью. Ты уже свое сделал. Була, ты шутишь, что ли? Була, там комиссию конкурсную нужно пробить. Как ты без меня? Була! Була! А, брат, салам. Как сам? Да норм все. Слушай, говорят, что ваш интересовался делом по селу Ембек, по-моему. Там какая-то разборка была с местными. А почему в прокуратуру? Это же дело у нас. Ну, дело к вам от нас ушло, потому что сигнал был к похищению. А криминал не подтвердился, да и срисовать его не получится. Он в бейсболке был, лицо прятал технично. Похож на профи. Все, рахмет, брат. С меня шутал. Все, давай, братуха. Давай. Эрла, расслабься. Савле, там по лжеантикорщику много запросов поступает. Нужно оперативно отработать, собрать средства массовой информации, организовать брифинг и в телеграм-каналах потом информацию разместить. Здесь все есть, оперативно хорошо отработать. Все. Угу. Принято, ясно. Это актер. Это, походу, разные люди. Слушай, который в прокуратуре был, не залетный гастролер? Сердечник в совхозе. Это просто эпизод с завышением цены. Здесь что-то другое. Да, я люблю, конечно, нежданчики. Тесан, есть просьба. Булу сапелингуй. Булу? Чутье у меня нездоровое. Забыл он температуру, у него все ровно. Просто без прикрытия он может остаться. Понимаешь? Суду мында кеп кой. Мен көмекшілерім саған жеті сайын таза суа кеп тұратын болады. Давай забудем старый. А остальные? Остальным ты тоже будешь чистую воду привозить? Или у них тоже кто-то должен умереть для этого? Басқаларын қайтесін? Өзіңді ойланбайсың ба? Ана, балаңды ойланбайсың ба? Ой, бір мұйың жоқ қатын екене сен. Не обижай мою маму! Канат. Тронешь, убью! Корпыть мой! Зарядь, кеттік. Бо.
Понеслась. Нехорошо опаздывать, Булат. Ассаламу алейкум. Я пришел, как договаривались. Я все расскажу. Только прекратите, пожалуйста. Они вместе, знаешь, все ровно. Я еще не готов сесть в тюрьму. Я все расскажу. И все верну. Это изначально была моя схема. Я все скажу, кто кому заносил. Только не трогайте, пожалуйста, мою сотрудницу. Мы же договаривались. С кем договаривались? Звонил человек из Антикора. Сказал, что можно решить все по минимуму. Главное, что признаться. Телефон барной беришь? Зачем? Зачем, Булат? Пойдемте в машину, там поговорим. Да, Тимсон. Чё там? Сейчас, минутку. Всё, Тима, нашёл. Рахмет. Все должны подумать. О чем думать? Я сяду, и все, конец дела. Не все так просто, Ермек Мажитович. Может, вас вообще не посадят. Может, суд и решит, что вы стали полезным для следствия. Какое следствие? Да, я взял бабки. Да, я виноват. Что тут расследовать, да? Кет не чашат нервуется. Набери-ка ему. В смысле, набери? Я что ему скажу? Короче, вали отсюда. Ты со своими щеглами так общаться будешь, понял? Алло, Ереке, ну как вы там? Все в порядке? Ну, отлично. Короче, план меняется. Цубер. Так что, я не сяду? Рахмет, Рахмет, брат. Вы свободны. Ага. Кто звонил? Дайте телефон.
Телефон дайте. Ереке, Ереке, куда ты денешься? Почему Булат отключен? Оба ко мне, быстро, сейчас же. Да, я говорю, оба. Вова, где ты ходишь? Шеф злой нас ждет. Черт, черт. Успокойся, не буду. Кана, братишка, прости. Я потом тебе все объясню. Давай сначала к шефу. Разрешите? О, явились, не запылились. А тебе, я вижу, легче таскается телефон, когда он выключен. Телефон сел, шеф. Ладно, садитесь вы. Субсидии. Вы представляете, какие там масштабы? У нас есть анализ? Булат, я тебя спрашиваю. А? Запросим. Нароем, шеф. Ну ладно, этим пусть аналитики занимаются. Тут вот по молочной продукции сигнал пришел. В этой связи продумай, пожалуйста, все детали. Сколько, кто, куда, кому. А ты просчитай все риски. Понятно, да? Кана, ну ты что, реально опять рисовать собрался? Да. Как дела? Нормально. Как видишь, одной работой не живем. Юрла, я знаю, откуда эти деньги. Була, ты эти деньги возьмешь. Знаешь почему? Твоя совесть дороже твоей дочери, что ли? М? Ты сейчас понимаешь, что даже доктора бесплатно ничего не делают. М? Ну, нет так, нет. Ярла! А я-то уж думал. Ладно, бывай. Дочке привет! Ничего не хочешь сказать? Короче, ко мне вышел Ермек. Позвонил, приехал в Астану. Очень нервничал. Сказал, что это он всю схему замутил с очистными. И готов признаться. И что? Испугался человек. Признаться хочет. Бывает? Кана, вот я не могу тебе всего сказать. Просто прими факт. Закроем дело на нем,
И дальше пойдем. И? Что и? Ты за этого отключился? Конкретно? А? Мне ничего не говоришь, нервничаешь. И где он? Мы ехали в машине, потом к нему кто-то позвонил и что-то сказал. Он вышел из авто и свалил. Что ты хочешь? Кому звонить собрался? Тимсон, дай его номер, он пробьет. Кана, не сейчас. Но, так или иначе, он нам нужен. Давай вначале разберусь. Тогда сделаем так. Ты была. Сейчас мне все рассказываешь. И мы с тобой вместе решаем эту проблему. Я за тебя любого порву. Мы напарники. Ты уже здесь? Да. Ты уж думала, целая вечность буду ждать тебя. Собирайся, мы уезжаем. Подожди. Мне надо умыться, накраситься. Нет у нас времени. Собирайся быстрее. Да подожди, ты что, меня не знаешь? Мне время нужно. Я сказал, собирайся. Нет у нас времени. Ты что, кричишь на меня? Что вообще с тобой? Иди открой. Да сейчас открою, успокойся. О, привет. А чего вы, голубки, так долго дверь-то открываете? А? Что-то далеко собрался. Жанна, иди собирайся. Ирке, слушай, там мне позвонили. Сказали, что я могу уйти. Ну все уже, все, все, закончим. А кто звонил и когда? Как кто звонил? Алмаз? Ну, ваш он, из Антикора. У вас же ведь много таких, и все начальники. Это получается, что ты только меня видел, да? Как там у вас оборотни в погонах, так? Ирка, брат, я тебя не видел. И никто мне не звонил. Я этот... исчезну. Ну, я как бы другого варианта здесь не вижу. Но ты это, исчезай по-тихому, хорошо? И... давайте, пока, голубки. Алло, Алмаз, ты что творишь? Ты зачем паровозу отпустил? Ты что, сам хочешь сесть за него, что ли? А? Алло, алло. Thank you.
курсе самое доброе утро? Это какое утро? Чего? В следующий раз будешь игнорировать, думай о ней. Что там? Да ничего. Қанша тұрады енді мыналар? Бағасын сұрап отырсың ба? Әлде мерзімін бе? Біздің елге екеуі де сұрақ болып тұрған. Бұл бағаналардың бағасы. Айтпа. Сен де қоймайды екенсің. Тастасын дағыны. А что мне еще делать? Не хочешь спросить, куда мы едем? Ну, я так полагаю, что мы убегаем. Ой, не думала, что мы с Жаном хоркак. Чего так резко останавливаешь? Я вообще-то крашусь. Выходи, я сказал. Куда? Эй, ты что делаешь? Прости. Чего прости? Прости, пожалуйста. Шутишь, что ли? Эй, ты что? Ты куда поехал? Может, сейчас? Погоди. Давай попасем его. Было, он же опер сразу вычислит. Давай лучше в лоб. Да он пешка в этой игре. А в лоб с ним не пройдет. Ехала. Идея. У тебя другой вариант есть? Давай с другой стороны объедем. Классно.
сон. Давай. Нормально все? Вот ваша каска. Спасибо, спасибо. Там то, что вот вчера убрали, то, что я просил? Да, все задачи выполнили. Все, давай. Хорошо, давай. Все, понял. Классно. Алло. Ерла. Да. Кана не должен знать о наших делах. И не вмешивай его. А что там? Нужно пробить, что мы здесь делать. И что с этим Сирмеком? Не так. Может, позвонишь ему? Алло, да. Давай, говори быстрее. Что там? Кто говорит? Что говорит? Була, слушай, это не моя проблема. Он пришел к тебе и ушел от тебя. Я здесь при чем? Мозги не парь. Он сказал, что все возьмет на себя и готов сдаться. А потом вышел из машины и свалил. Слушай, Була, я реально занят, а? И вообще, этот Ермек – это твоя проблема, не моя. Я ему ничего не давал. Он сбежал после твоего звонка. Он сбежал! Алло. Да, да, дай Ермеку трубку. Что? Не раскрыв для себя видимых и невидимых тайн Вселенной, не объяснив всего себе, человеку не стать человеком. И бытие души такого человека тогда ничем не разнится от бытия иной твари. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Чья тачка? Ерлан Аскарович. А что он тут делает? Ну так, вот здесь один из главных. Точно не знаю кто. Инвестор, наверное. Инвестор или застройщик? Или застройщик. А что вам надо от него? Рахмет. Жақсы. Эй, Кана, қалайсың? Чё, какими судьбами, брат? Давай, заходи, поднимайся наверх. Твоя. Да, хорошо, я уже подъехал. Опаньки. На ловца и зверь бежит.
Тимсон. Тимсон. О, Була, салам алейкум. Че, тебя Кана в тот раз нашел, да? Он в тот раз тебя искал, волновался. Ладно, с Каной. Это, Тимсон, пусть твой человек пробьет этот номер, я тебе скину. Ты че, угораешь, что ли? Какой человек? Я все сам делаю, на свой страх и риск. Найди владельца. Була, подожди. Блин, у меня с этим пилингом реально проблемы какие-то. Блин, я же не шпион вам, я же аналитик просто. А я похож на того, кто просто так просит? Понял. Найдем. Вот так надо отвечать. Кана, пойдем покажу. Смотри! Смотри, как красиво, а! Красолье! Да. Ну, с тобой не сравнить. Ой, ладно, пойдем по писярику долбанем. Посидим, поговорим. Знаешь, а я знал, что Була тебе все расскажет. Вы же не разлей вода, не сожги огонь. Ему пришло серло. Вы же напарники. Знаешь-ка, у меня никогда не было друга. Да? Такого друга, чтобы пришел, сказал, как дела, брат? Что делаешь? Чем занимаешься? Как дышишь? Чем живешь? Друг, брат! Вот это мой друг! Вот это мой брат! Вот эта стройка, которую я дарю людям, которые покупают это! Ты понимаешь? И хотите вот это отобрать все, да? Думаешь, все это ты на зону с собой потащишь? Ярла, я с тобой говорю. Успокойся. Успокойся. И чё? Хотите отобрать? Канат? Что? Нету времени, Савлес. Скорую вызывай. Скорую, да. И кого-то из этих людей, с департамента. Человек с антикора упал с крыши. Да. Кана! Ты зачем в колл-центр позвонил? Ты не поверишь. Помню только номер колл-центра 1424. А номер скорой 103 забыл. И носили его до месяца. Я чего не могу понять? Ерлан хотел, чтобы ты оформил этого Аулбайского чинуш и закрыл дело. Понимаешь? Он добр щекалик полк труда. Надо будет, мы бы сами нарыли на него. Правильно?
Да? Айгуль. Да, я вас помню. А где Ермек? Еремы нет. Я просто не понимаю, как он мог. Как такое могло случиться? Мы быстро собрали вещи и уехали. Я просто не пойму, ну как такое может случиться? Ева, вы должны приехать к нам. Не бойтесь, мы на вашей стороне. Я никуда не поеду. И вообще, я ничего не знаю. Я просто позвонила узнать, как вообще такое может быть. Где вы? Да я вас всех ненавижу. Давай я найду ее и пообщаюсь. Только не добей ее, хорошо? Тяжело ей. Походу, она любила его. Любила? Хочешь было. Я подъехал. Ты где? Прямо у входа в министерство. Ты что, дурак? Какое министерство? Езжай ко мне в личный офис. Тимс. Лайсен. Салам алейкум. Чё там? Как там наш актер? А, так, та же внешность, только теперь ребята из университета жалуются. Говорят, 90 миллионов дали за развод с министром. Ну ты чё? Да. Так и сказали по телефону колл-центра. Это же чисто признание по взятке. Ну, значит, совсем отчаянные ребята уже. Видишь, Курень? Пеш Фуанда, я же сначала Тарлану должен сообщить, а то он порвет меня, если узнает, что я тебе первым слил. Видишь? Ты это скажи ему, что обращение принял я. Так сказать. Решил прошлое вспомнить. Ладно. Все. Красавчик. Давай. А, ты здесь? Никого не пускай ко мне. Рассказывай. Говори. Короче, темка перспективная привалила. Племзавод в долгах. Зайдем как участники, а дальше по схеме. Там, мол, завод, там руководство последствия. Могут проблемы начаться. У них, кстати, тоже тема с субсидиями была. В смысле, кстати? А, нет. У нас-то все нормально. Все ровно, брат. Слушай, тебе бы научиться слова подбирать. А? Ну что там с Сембеком, устаканили? Столько силы и времени вложено. Пора бы уже. Все ровно. Да-да, все ровно. Была проблема одна, да испарилась сама.
Что там? С молоком и быками работаем? Слушай, молзавод подумай о даче. А племзавод после того, как Синбеком добьешь. Еще. Слишком много на себя берешь. Прорвешься. На связи. Здравствуйте, Игорь. Меня зовут Ханат, я с Антикора. Мне нечего вам сказать. Так, руки убери. В смысле нечего? Ирюманын арт таза эмес. Егер сол жүктү аркалагың келмесе, маған барлығын айтасың. Я ничего не знаю. Я знаю, что у Ерёмы есть там кто-то в министерстве главный. Все. В каком министерстве? В МСХ. Это все, что я знаю. До свидания. В МСХ. Тимур! Тарлан Канатович, все в порядке? Во сколько Канат звонил в колл-центр? Запись есть? Послушать. Да, конечно, вот. Вот список звонков, а запись разговоров я позже отправлю вам на почту. Я еще что-то должен знать? Да, нет, это просьба. Вся информация. Послушайте, если вы думаете что-то от меня утаить, имейте в виду, вам это не удастся. Нет. Тим. Ведь у вас были общие дела какие-то с Канатом. Колись. Савле, давай ты лучше с Канатом поговоришь. Я все равно здесь не главный персонаж. Точно? Да. Хорошо. Вот так все и было. А вы точно из Антикора? А вы точно взятку давали нашему сотруднику? Не, не взятку. Мы просто хотели решить вопрос с лицензией. Да, это был займ, не взятка. Да, технично он вас, конечно, развел. Короче, пацаны, вас ждет суд за подкуп. Но они учтут, что вы помогали следствию. Все понятно. Свободны. Оксана Константиновна, я не в курсе, что у них там произошло. Анна, ну как ты? Скажи мне, пожалуйста, что вы делали с Ерланом на стройке? А что, ты избышником он сам не рассказал? Ну, во-первых, это я от тебя хотел сам услышать. Шеф, я скоро буду и все расскажу. Не могу говорить сейчас. Хороший опер. Я бы этому оперу перышки бы повырывал. Отвечает вопросом на вопрос. Берет паузу для маневра. Далеко пойдет. Оксана Константиновна, вам ли не знать, что птица большого полета высоко летает и далеко глядит?
Тарлан, в чем бы ни замешан был Ерлан, круговой поруки антикор не потерпит. Выясни, во что вляпались твои ребята, и официально отчет ко мне. Разрешите? Оксана Константиновна, здравствуйте. Искали, Тарлан Канатович? Садись. Зачем вы меняете хорошие номера на плохие? Потому что понты — это плохо. А зачем тогда покупали их? Затем, чтобы не выделяться. Сейчас каждый второй блатной. Простых людей не найти. Где канат? Почему Ерлан упал на стройке? И как во всем этом замешан ты? Шеф. Что это? Ты что же, думаешь, это облегчит нам всем работу? Копай до дна. Добивай все по имбеку. А там посмотрим, что с тобой делать. С Оксаной я сам свяжусь. А ты прикрой Ханата, чтоб он нам сгоряча не наломал дров. У них простой договор займа был. А при чем тут антикор? Тайна следствия. Не могу озвучить. Мне срочно нужна запись с ваших видеокамер. Если можно, с парковки тоже. Это очень важно. Получается, это он брал займ у близнецов. Да, но они не близнецы, они просто похожи. Так, стоп. Вот он. А он казах? Кто? Он казах? А, по документам он армянин. Так, срочно отправьте все данные на мой мобильник. Завтра вас ждем на показания. Все, спасибо. Шутит, я не понял. Еще раз увижу Сбула, в следующий раз так церемониться не буду. Тигр. Отлично, дорогой. Как сам? Все ништяк, спасибо, все ништяк. Ну что, поздравляю, твой вопрос решен. Все будет офигенно. Спасибо, дорогой. Я не сомневался. Пожалуйста, брат. Слушай, вопросик такой. Мне нотариус звонил. Так. Говорит, с антикора к ним заезжали. За меня интересовались. Ты не в курсе, что за дела? Нет. А что, со мной какие-то проблемы? Да нет, Тигран, с тобой все в порядке. Ладно, у меня просьба будет. Если к тебе заедут, буду за меня спрашивать, скажи, что я помог тебе денег занять, а за остальное молчи. Договорились? Не вопрос. Все, Рахлин, бывай. Бывай.
Разрешите? Ну, ты бы хоть по уставу зашел бы. Вот. Я нашел нашего актера. Он был в прокуратуре. Он — контакт Ерлана и кукловод Ермека. Я уверен. Хитрый лис. Как ты все это связал? Була, помнишь? Бізде кем сдала, да? Әңгімелес тұрған кезде жігіттер суа келген. Сол кезде артынан қара эскалайт өткен. Иә? Если бы он не засветился, я бы не связал все это. Сержант Сериков, ваш документ. Что, новенький, да? Да. Бәрі блатной. То есть Ерлан и этот лис. Алмаз. Его зовут Альчиев Алмаз. То есть этот Алмаз использует Ерлана, манипулирует Ермеком и подбрасывает его тебе. Но зачем? Ну, чтобы из-за дела с водочистными не нарыли нечто большее. Найдем лису, узнаем схему и кто за ней стоит. И все. А этот, который деньги дает, он кто? Сподручный, лох или подстава пока неизвестна, шеф. Через него этот и Алмаз оприходовал деньги близнецов. Это и есть та взятка за лицензию? Да-да. Нагрянем к подельнику, можем спугнуть всех. Нужно брать по ориентировке. Машину знаем. А что предъявим? Развод близнецов? Смешно звучит. Развод близнецов. Засветился в прокуратуре. Ну, с Ерланом дела вел. Мошенничество с близнецами. Хватит за что зацепиться и допросить. Если Ерлан в отказ пойдет, то Алмаз скажет, прокуратуре пранк был, а близнецы... А, кстати, они не близнецы и даже не родственники. Просто похожие, и все. Они не давали взятку. Они просто дали займ этому армянину. При хорошем адвокате может спрыгнуть смело. Тогда пасем? Один лис и такой шорох навел в курятнике. Пока не трогаем. Давайте узнаем о нем все. Установим наблюдение. Ну, я это и имел в виду. Пасем. Айгуль, гражданская жена Ермека, говорит, что у этого Алмаза есть свой человек в МСХ. А на телефоне Ермека я ничего не нашел. Син, кәдімгідей детектив болып жүрсің, а? А что, телефон өзі жай бере салмаса? Ну, от греха подальше, наверное. А что, Тарлану не сказал? Не было. Сенің жұмысқа деген ынтан мықты екен. Осы қалпынан қайтпашы, көз сүйіп қалады. Я займусь машиной, может, что вылезет. И скажу ребятам, чтобы пробили этого Алмаза. Ну, а ты? А я кое-кого навещу. Так сказать, завершить наш разговор. Не вздумай. Там уже ДСБшники работают. Да не переживай ты, Була. Нормально все будет. Ответ где-то рядом. И я найду этот ответ. Ассаламу алейкум, бәке. Уалейкум салам, қанқоғай. Дәрі жақсы ма? Что, новенький появился, да? В смысле? Так, какой-то Алмаз приезжал в днем. Черный кадиллак? Да. Да-да. Ё-моё, бәке. Что-то не так?
И так, конечно. Алло. Гула. Наш актер в СИЗО был. А ты в курсе? А почему я это у Постового узнаю? По зажогодам СМО? Номер другой. Машина та же. В чем смысл? Ну, привычка — это вторая натура. Берем. Салем, как дела? Я бы подал руку, но ты, наверное, сам не захочешь. Я тут подумал, Ирла. Ты это все сам бы мог сделать, по-тихому. Без этого театра Сермека. Дал бы нам пару информации, и все. Ну, был риск, что ты не съешь эти крошки, а начнешь клевать землю. А там много секретов. Ты со своим опытом все-таки не понял, что своих подставлять — это западло. Своих? Где ты видишь своих? Я пришел к Буле попросить помощи, он ни хрена не сделал. Вот, мне пришлось и напомнить о себе. Глеб, я тебе сейчас шею порву. Жену мать имею. Говори лучше, зачем приходил Алмаз? А, красиво. А? Я впервые вижу с такого ракурса наш город. Да. А как вы думаете, откуда я вдохновление черпаю? Когда был, где, у кого, сколько раз, был ли там раньше. Ну, в общем, все о его посещениях. Алло. Кана, ты на громком. Ерлан покаялся. Альчик, Алмаз, держал его за яйца, и тот должен был прикрывать их схему в Вимбеке. Их подвел Вермек, когда решил нагреться в тендере с очистными. Жадность фрая разгубила. А Вермек-то что? Он ведь был в курсе других дел и думал, что его прикроют. Короче, замминистр Калышпаев крышует всю эту схему. В общем, плотно на кормушку присели ребята. А Ерлан будет давать показания? Пока непонятно. Но я его исповедь записал на всякий случай. Уже отправляю вам. Берем. Но есть один момент. Какой? Не томи, Кана. Альчик сказал Ерлану, что у них в Антикоре все схвачено. Ну, это мы еще посмотрим. Кана, молоток, а как ты Ерлану язык развязал? Если я расскажу, Тарлан Канатович меня уволит. Не уволю, но спрошу.
Задержали. Включайте новости. Показывают. Тиску, слышишь? Быстрее. Антикоррупционной службой задержан высокопоставленный чиновник Министерства сельского хозяйства. Вместе с ним руководители и сотрудники подразделения МСХ, а также мошенник, который представляет сотрудникам антикора. Все хорошо. А где Ханат? Не знаю. Латара, я поздравляю вас. Взаимно. А вы Ханата не видели? У себя, наверное. Спасибо. Әке? Ау, балам. Осы бүркіттің жасы қаншада? Ақиқты айтасың ба? Е. Балапан қой бұл әлі. Көрдің бәне? Шаң-шаң әдет. Балам, бүркіт 5 жасқа келгенде тас түлек деп атайды. Ал бүркіт 7 жастан асқан кезде оны қана деп атайды. Есіңде болсын, ұмытпа. Сонда, не неліктен мені қана деп атадыңыз? Бүркіт сияқты мінезді болсын дедім. Алғыр болсын дедім. Жылқы мен бүркіт ол қазақтың жаны балам. Есіңден шығарма. Шығармаймын.